Массовая торговля праздничными цветами развернулась на улицах Владивостока. Несколько десятков предпринимателей предлагают горожанам купить приморские тюльпаны. Средняя стоимость цветка составляет 100 рублей. На выбор продавцы предоставляют несколько вариантов – белые, красные, желтые и розовые. Цены вот 100 рублей, то есть 100 рублей – это обычные тюльпаны и 120 – пеновидные. Это местные тюльпаны с теплиц Артема. Приобрести тюльпаны можно и в цветочном переходе, но уже дороже – от 120 рублей. Здесь же можно оформить предзаказ, стоимость цветов не изменится. Между тем, продавцы павильонов жалуются на автолавки с цветами. Якобы товар там некачественный и долго не простоит. Люди приходят и говорят, что там дешевле, но, как правило, там, где дешевле, они не умеют не хранить его, а покупается он заранее. Не умеют его правильно, красиво запаковать и объяснить вообще человеку, что с ним делать, как за ним ухаживать. Сами же владивостокцы при покупке цветов будут учитывать их стоимость. Цены поднялись, да. Ну, на 8 марта, соответственно, они будут еще дороже. Поэтому надо заранее покупать. Я вот сейчас зашел, посмотрел, там продаются приморские наши тюльпаны. Ведь голландские нам сейчас не под санкциями находятся, практически их не возят. Вот. А вот приморские тюльпаны, вот все-таки ботанический сад вырастил их, и вот продаются, и вполне по доступной цене, поэтому обязательно возьму. Цветы видны и там, и тут, так что тут от стоимости зависит. Да, но скорее магазины. Жителям приморской столицы предлагают приобрести цветы на официальных точках продаж. В этом году их более 20. За нелегальную предпринимательскую деятельность нарушителям грозит штраф. Леда Землякова, Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.